Ребятушки, всем приветик. Короче, решила сварить я пасту. Давно, кстати, мы не ели пасту. У меня вот, короче, вот такая вот пасточка. Кстати, классненькая. Это типа как в домашние, там варианты. Еще такая каранона, типа дорогая бабулечка. Это, кстати, мне Алинка дарила. Здесь была такая целая коробка, и тут их много-много-много таких было сортов. Мы те все съели, а вот эти остались. Здесь, короче, пишут, типа, что фунги, типа, грибы. А вот эта черная, вот я не знаю, вот с чем готовить вот эту черную. И я сегодня решила вот эту черную сделать с фаршем, с зажаркой. Не знаю, правильно, неправильно. Итальянцы, извините, Леночку, если черная паста не делается с фаршем. Ну, у меня будет с фаршем. Так что такие дела. Ну, ладненько, ставлю водичку кипятиться. Итак, вот я поставила водичку. Так, приготовила сковородочку. И вот приготовила здесь лучок, морковка и сладенький перчик красненький. И фаршик сейчас у меня есть размороженный тоже. Так что будем сегодня пробовать макароши черные. Так захотелось макарон с мяском. Ну, так жирненько, прям так... Ух, так не хватает такой пищи. Ой, я когда на диете только такое, знаете, типа, стараюсь легкое такое, знаете. Так что сегодня будет вот эта черная паста. Ну ладненько, ждем, пока водичка начнет кипеть, и буду делать зажарочку. Ну что, девчонки, водичка у меня начинает уже закипать, значит, я уже начинаю делать зажарочку. Беру свою ложечку деревянную. В первую очередь лучок чуть-чуть обжарю. Вы знаете, честно говоря, мы вообще пасту кушаем, наверное, раз в неделю, точно не чаще. Я не понимаю, как итальянцы каждый день кушают эти макароны. На обед макароны, вечером макароны. И так каждый день. Да ну, нет. Я бы так как-то не смогла бы реально. Вообще. Поджарили чуть лучок, добавляем морковочку. И перчик. Так, у меня вода уже кипит. Обязательно подсолим. У меня фаршик свинина с говядиной вместе. Итак, у меня водичка кипит. С Богом! Не буду ставить много, вдруг будет невкусно, чтобы зря не испортить. Так, раз, два, три, четыре. Думаю, вот так, пять штук хватит. Не знаю. Солнце, пять штучек хватит или добавь шесть? Муж кричит 6, ставим шестую. Так, чуть-чуть размешаем. Накрываем крышечкой на среднем огне. Короче, первый раз делаю такие макароны. Зажарочка уже, видите, какая красивенькая. Фаршик подрумянился. Добавляем томат. Так, моя
жарочка уже почти готовенькая. Я уже посолила, поперчила, добавила базилика чуть-чуть, розмарина. Ой, у меня тут макарошки мои кипят сильно. Посмотрим, что с ними. Ой, такие страшные, боже. Так, у меня только 3 минутки прошло. Господи, какие они стрёмные. Я даже не знаю, если я смогу их кушать. О, мама. Короче. Так, добавляю петрушку и укропчик. Так, чуть-чуть петрушечки. Обязательно. И чуть-чуть укропчика тоже я ставлю всегда. Добавляю газ у зажарочки, она у меня уже готовенькая. Так, макарошки еще минутка и тоже готовые. Там пишет, сколько у меня? Так, 5-6 минуточек, хорошо. У меня уже 5 минут прошло. Жду еще минутку. И снимаю. Так, приготовлю дуршлячок. Так, все, я решила снять на минутку раньше, потому что я их еще чуть протушу уже здесь, в этой зажарочке. Так что, чтобы не переварить. Так, вон, чтобы вы видели, что я буду делать. Беру макароши. И сюда в дуршлячок. Ой, какие стрёмные. Так, и сюда в зажарочку. Короче, я вам скажу, что макароши как-то маловато для столько зажарки, как у меня. У меня зажарочки многовато. Так, ставлю крышечку и протушу минутку. Ну что, ребятушки, ставлю по тарелкам. Себе поменьше, мужу побольше. Посыплю свои макарошки еще вот этим сыром грану падану чуть-чуть, чтобы не переборщить. Итальянская черная паста, приготовленная по молдавскому мотиву. Кому нравится, обязательно ставьте Леночке лайки и подписывайтесь на Леночкин канал. Сейчас буду звать мужа. Аморе! Аморе, иди попробуешь мою пасту. Ты-дын! Здоровайся, Амор! Привет! Ну что, как выглядит моя пасточка? Выглядит красиво. Сейчас будем кушать и скажем. Давай, пробуй. Пробуем. Давай, вроде так выглядит ничего. Аппетитненько. Амор, ты бери с ложка, как в ресторане. А ты хочешь, как в ресторане? Давай. Давай, Амор. Как в ресторане, ну что? Не так, как в ресторане. Да? Вкусно получилось? И что, можно и так с фаршем тоже готовить? Да, так, я думаю, что да. По молдавскому рецепту. Ну ладненько, приятного аппетита нам. Кому понравилось, обязательно ставьте лайки. Ну все, Мор, прощайся. Я уже кушаю. Ну все, пока-пока.